Дорогие наши челябинские друзья, в настоящее время я нахожусь на репетиции в Доме кино в московском. Вот, а 24 марта я буду в Воронеже. К сожалению, я не смогу приехать в ваш прекрасный город. Я уже там был, мне понравилось, особенно люди. Я скажу вам больше, что я болею за Челябинский трактор и желаю ему в этом году выиграть Кубок Гагарина. Вот. Ну а сейчас поздравляю вас с конференцией. Я не поэт, но я скажу стихами. Сегодня вас весь мир приветствовать готов, с душой своей открытой, и даже Леня Голубков с женой своей Ритой. Как спец великий по финансам, желаю вам без условия спеть множество песен и романсов, не меньше счастья и здоровья. И деньги, чтоб грести лопатой, а коль лопата маловато, я подарю свой экскаватор. И сердце вам свою придачу, а также под Парижем дачу. Но главное не знать проблем, как мне когда-то и сегодня в МММ. Спасибо.